до такого маразма дошло. Да ладно, там были рекламники, да он Гочи. А тут, извини меня, блядь, это как же пидорас, Стивен Фернандес, который рассказывает... Да! Ай, собачка! Понимаешь? Но он свое видение высказывает. Да насрать на его видение. Он должен... Он говорит, иначе говорит, будет неперформно, нам будет неудобно инсталлировать. Я говорю, Женя, не надо говорить насрать. Во-первых, потому что, ну, люди там тоже не дураки. Не дураки, но это не его дело. Это вообще фирма комплит, опции девелоперы. Надо понимать. У него свое видение, он ведь скажет, он пытается... Хорошо, это его видение. По его да! Вот так вот! Да! Аккуратнее ноги. Его рекламенты какие? Чтобы это... Сашулька! Как это сделано, если тебе говорим, будет он еще сонный, наверное, да? О том, как. Хорошо, вот, я согласен. Гуще лайка. Гочи. Иди к нам. Он может милый, как это совет. Нет, я с ним потом разбирался. Ну ладно. Когда я ничего, сидели, что ли, что там надумали, как тебе? Кто это пидорас, который я быстро написал? А он пытается его трогать, кстати. Да. Кто такой модный? Кто такой модный в бандане? Модный? Модный модник, да? Модный модник. Гочи. Гочи, ты меня достал уже, вот, честно. Да у меня уже сам уже сегодняшний день меня достал. Иди сюда. Хватит, все, угомони. Кошачий охотник, а. Вот все погоди, то он в маршрутке будет спать потом. Так мало смерти. Знаешь, что он сказал? Он говорит, а база данных докладывает очередные проекты. Привет. Он меня сидит, смотрит. Меня задолбали, серьезно. Выруби одного из них. Можно их обоих вырубить сразу. Но 300 инсертов, понимаешь? 300. Не 100, не 150, а... Сашулька! Кто такой модняк? Кто самый моднявый? Сашулька модняк? Собачка. Да? Собачка. Ой, какая собачка. Да. Ой, собачка, да. Вот, Гучи, берегись, вот вырастет он. Вот, подергает тебя за хвост. Не до кошек тебе здесь будет. Скоро приедешь, через годик, через пол. Тебя тут заморщат по полной программе. Он сейчас смотрит, потому что у тебя телефон. А. Да! Да! Ты серьезно, мамина? У меня проблема, скажи девелоперу, у меня есть такая проблема. Сашулька! Да! Собака там, да? Давай за уши его. Давай за уши собаку. Ой, вон ухи какие, смотри. Смотри, какие ухи! Смотри, какие ухи! Ой, какие ухи! Вот так, держи, хватай. Вот так, да. Да. Ой. Вот вырастешь, тебе мама с папой купит такого же.
Большого только кутят. Будущего Дербани. Нет, лабрадора. Ну, лабрадора, да. То есть хорошая собака. Это вообще детская порода. Для семьи. Детям очень. И эти еще сенбернары, но они очень огромные. Сенбернар, он уж очень, он слюнявый очень. Но он огромный, от него слюнявый. Он огромный, слюнявый, да. От него первый по двору здесь будет все этим. И он все-таки, это слишком большая собака для такого двора. Ему нужен огромный двор. У которого должен быть всегда... Тот, кто его ведет. Гуччи. Гуччи. Такой человек. Который должен быть тинер, который ему показывает. Шулька! Шулька! Тинер, твердая вещь, у него куча неворотных людей, которые, блядь, очень смалу пересекают. Да! Вот так вот, за хвост давай его. Давай за хвост его. Чего он тут лает? Лает он тут, да. Лает он. Какой, так, успокойся. Глупый, скажи. Да. Да, скажи, Катя. У Ингатанга тоже были.